Привет, я Андрей Нарыжный. Я путешественник. Проехал 104 страны мира на сегодняшний день. Наши экспедиции проходят на самом деле по всему миру. Европа и Северная Европа, она прекрасна по-своему. Наши постоянные направления северные – это Норвегия, Исландия, Гренландия, Фарерские острова. Это все уникальные места. Конечно же, любим Азию. Мы очень любим Южную Америку. Мы хорошо ее знаем. Африка – это на самом деле наш любимый континент. Во многие страны, куда мы ездим в Африку, больше как бы на просторах СНГ никто не возит, в принципе. Путешествовать иначе – это путешествовать не по проторенным тропам и не по туристическим маршрутам, а путешествовать по местам, познавать страну изнутри. То есть открывать для себя страну совсем с другой стороны. То есть смотреть, как живут местные, пробовать местную кухню, углубляться в эту страну, как бы, чтобы когда ты возвращался домой, ты не возвращался просто с какого-то отпуска или курорта, а ты действительно вез себя частичку этой страны. Начинающим путешественникам я бы советовал пробовать, потому что я знаю очень много ребят, которые много лет ездили в очень дорогие пятизвездочные отели, отдавали на это очень много денег, а потом впервые поехали с нами в Непал, жили в лоджах, как бы в простых отелях, ходили по горам, катались на слонах, вот, и были немножко в шоке. Но вернувшись домой, они больше никогда не вернулись в свои пятизвездочные отели, а продолжают уже годами путешествовать с нами или без нас, но именно путешествовать по-настоящему. Мы покоряем горы, мы ездим и ныряем, мы делаем интересные дайв-поездки, мы делаем, как бы, собственно говоря, экспедиции, приключенческие экспедиции, как я их называю. Сотрудничаем там с фотографами National Geographic, делаем совместные проекты с знаменитыми журналами и изданиями. Иногда за один день путешествие ты можешь познать, увидеть и почувствовать намного больше, чем за 10 лет, сидя дома. Всем вам советую путешествовать.